Ну да, я, блядь, просто это люблю вот эти вот тонкие штучки отрезать, блядь. Ну, коленка. Да что-то у меня нос геометрии, это вообще жестяк. Георгий, видишь, перфекционист. Крылышко к крылышку. Я себя тоже до этого считал. Во. Виталя пришел. Йоу. Что тут все расшиперено-то? Привет. Привет. Нет, кривой. Уже кривой. Мясо, да, здесь мякоть. Вот такими вот кусочками. А, подожди, смотри, вот это вот на 4 части разделено, это с костями. Ну, тоже, видимо, от него мясо как-то отрезать надо. Разберемся. Кости тоже сложно. Один режем. Где ножик? Дим, дай ножик. И тот, и тот просто мясо, не знаем, каким порезать лучше. Два всего вот варианта. Вот этот вот длинный давай. Маленьким утем он неудобно, вот длинный. Что-то точат там уже. Там точат. Ты нашел? Вот еще два. Точно на этой попробовать не точить. Вы что расселись? Пошлите. Тебя родители бьют? Да. Расскажите об этом. Папа пьет. Рюмочку прячет. От мамы. Дежурная рюмочка. Рюмочка. Вау, у нас парские последние мутят. Хера себе. Видишь что? Мы там индейку поставили, жарит. Блин, вы сколько разжигали. Матершинник, да? Наш матершинник. Да. Есть. Крылышки уже пожаренные, кстати, бери. Да. Надя, ты это засушила помидоры? Чипсы. Я очень хотела, но мне сегодня пастила не засушилась. Я поставила пастилу на засушку, хотела еще пастилой удивить. Ну все, жду тогда следующую вечеринку. Коротко? Пеструнчик такой, пенсил чистый. Ну иди ты будешь масло гретое проверять. Морковка длинный. Кранчик глинтвейна принесла. Угощайтесь, пока горячий. Ух ты, глинтвейнчик подошел.
Ты тоже с Казахстана? Да. Нет, это что знает. Это что? Вино, подогретое вино со специями. Ну там вино есть или нет? Там полностью вино и тупо специи. Там полно вина, специи, фрукты. Ну я один раз пил, да. Ну и что, как тебе? Нет, это мой желудок убьет. Это вино со специями. Не-не, там чистое вино. Примерно, что там Женский, да? Женский? Надеюсь. Нормально, 110 килограмм. Ну, где у вас сахар? В банку. Ну, потому что я без марли, я так выжимал руками чисто. Все можно делать. А, мы же в дом, да, пойдем? Это dv23ru@gmail.com. Начинайте, подписывайтесь на мой канал. Знаешь, как говорят, Георгий, руководство не опаздывает, а задерживается. Я же стою, потрачу полк, да, короче, логер. Да не, я-то плов не жарю, вон пацаны пашут, работают. Да называй нас рабами. Как раз на лезгинку не ходит. Я в принципе так в черном как бы. Впервые на таком мероприятии. Очень приятно, что пригласили сегодня за такой шикарный красивый стол. Вот, скоро на подходе у нас уже плов, я думаю, скоро уже его отведаем. Хочу выпить за каждого из нас здесь сидящих и за девочек, которые в соседней комнате немножко шепчутся. Вот. Всем спасибо за добрый вечер. Спасибо. Рассказывай. Ты как Юрий стрём. Сказал. Подписано. Смотри, такой вопрос. Фильм, я не знаю. В трайсиде дело находится. Все, снимаем казах. Пошла жара. Да. И я такой сижу, такой слушаю, думаю, подожди, думаю, какая-то там. Вкусняшка какая. Ай, молодежь, красавчик. Здрасте. Мы испугались. Мячик туда улетел? Да. Вот это хорошо. Для пинг-понга не видели? Такой, 32 миллиметра. Блин. 3200 стоит, надо было сказать. Куда? Это брать. Ну потому что я так больше стала. Как шпифно это получается. Ты берешь и ход переходит. Все, давай. Я не согласен. Больше одно. Смешали карты. Больше одно. Да, две у него. Красную ставишь? Ты что ему подсказываешь? Нет. Да подожди, я еще не положил. Подожди, ты был так неинтересно. Не, нифига, я еще не положил. Как не положил, ладно, ставь. Да он вообще такой пару набрал. А кто-то выжил, что дали? Опять я вытяжал. Так. Если ход я могу же поменять? Да, ты опять на него. Может, это не очень приятно. Плюс две. Так куда? Повезло, одна. А что было, вот это? Да. А так зеленый. Когда кладешь последнюю карту, что так интересно, блин, он красный все. Нет, просто все, ты выходишь, когда положишь. Если нет, ты пропускаешь. Пропускаю. Уна!
Я тебе играю. Все, завершайте, считайте. У меня плюс 500-800. Поздравляю.